Всем привет, с вами Настя, и в этом видео я решила рассказать вам, как построить бар в бассейне. Уже многие семьи это строили, и я тоже решила пополнить копилочку этим лайфхаком. Для начала строим бассейн, затем выбираем любой бар, который вам нравится, и ставим к нему стулья. После чего на расстоянии одной клетки от бассейна мы строим платформу. И опускаем ее на 4 клика вниз, вот этими стрелочками. Затем берем бар и размещаем его вот таким образом. Удаляем платформу, и теперь с этой стороны мы пристраиваем подвал уже вплотную к бассейну. Затем кликаем здесь по нему и еще раз кликаем по желтому контуру. И появляется крестик «Удалить потолок». Удаляем потолок. Затем снова кликаем на наш подвал. С помощью стрелочек мы поднимаем пол, ну то есть снова работаем с платформами. Поднимаем пол до нашего бара. Теперь, чтобы Сима сюда могли заходить, попадать к бару, нужно поставить здесь лестницу. И теперь, чтобы наш бар был функциональным, то есть Симы теперь смогут здесь сидеть со стороны бассейна, но чтобы со стороны бара бармен мог работать за барной стойкой, нужно будет продублировать бар, чтобы Симы могли за ним готовить напитки. И теперь остается только протестить наш бар в бассейне. Ну, как видите, все работает, все функционирует. Теперь нужно будет только задекорировать это место, как-то его оформить, чтобы играть. По такому принципу, через платформу, через подвал можно в бассейне размещать очень многие предметы, и они будут работать. Нужно только немножко поэкспериментировать. Всем спасибо за внимание, с вами была Настя, и всем пока-пока.